Новый год. Лёш, ну положи шампанское на место, нам ещё ролик писать. Алис! Положи шампанское на место. Хорошо, убрал. Так-то лучше. Ладно, снимаем ролик. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здравствуйте, всем привет. С наступающим вас Новым годом, и неужели вы могли подумать, что мы оставим вас без предновогоднего ролика «Секреты и хитрости 2D-художников». И секрет номер один. Как часто вы задумываетесь о том, как обтравить фотографию, например, для фона или для какого-то элемента вашего персонажа? Зачастую задача сделать какой-то фотобаш становится очень трудной, потому что, возможно, вы не умеете качественно обтравливать фотографии, а возможно, у вас просто нет времени искать красивый исходник, возможно, уже обтравленный, ну так мы вам поможем. И этот секрет содержит целых два способа. Первый — это использование сайта KeysPaint. g.com. Что же это за сайт, спросите вы? На самом деле, это сайт просто с огромным количеством PNG изображений. Проще говоря, изображений на прозрачном фоне или изображений с альфа-каналом. И сколько же оно стоит, вы спросите? Да нисколько, этот сайт бесплатный. Абсолютно бесплатный. Там можно найти ландшафты, здания, какие-то иконки, отдельных персонажей, элементы окружения, вообще все что угодно. Лично я наткнулся на этот сайт, когда просто искал PNG изображения для обложки видео. Но тем не менее, увиденное меня очень порадовало. Там действительно есть огромное количество различных элементов, уже красиво обтравленных, которые можно немедленно использовать в вашей работе. А способ номер два немного покруче. Совсем недавно мы говорили о нейросетях, о том, как они умеют красить лайн-арт и тому подобное. А вот, пожалуйста, вам нейросеть, которая умеет отделять персонажа от фона. Но в данном случае, конечно, речь идет об отделении фона от фотографии. То есть, если у вас есть фотография с фоном, эта нейросеть отделяет фон и превращает фотографию в обтравленное PNG изображение. Тем не менее, штука очень полезная, особенно если вы занимаетесь фотобашем. Представьте, что у вас в картинке есть какие-то персонажи для массовки, помимо основного персонажа или основного действия. Их будет очень легко вырезать при помощи этой нейросети и использовать уже потом в вашей картинке. Пользуйтесь на здоровье! Чит номер два. Это секретные возможности фотошопа. Хотя они, конечно, вообще не секретные, мы даже уже делали ролик на эту тему, но нас просили повторить этот сюжет. Дело в том, что в фотошопе можно сделать готовое окружение буквально-таки за 5 минут. И сделать его, естественно, в 3D. Каким образом это работает? Все достаточно просто. Вам необходимо сделать в фотошопе так называемую карту глубины. Вначале создайте новый слой и разместите там несколько пятен, темных и светлых. При которых светлые пятна — это будут высокие участки, а темные пятна — это будут низкие участки, проще говоря, вершины и впадины. После чего заходим в раздел 3D, нажимаем кнопку «Создать карту глубины». И вуаля, у вас уже есть готовое 3D-окружение. Особенно замечательно это работает, если вы рисуете какой-то ландшафт, где есть горы, впадины и прочая карта окружения. На самом деле этот прием также можно использовать и с городской архитектурой. Вам необходимо всего лишь нарисовать карту высот на одном слое и после этого сделать карту глубины. При том, как Photoshop будет определять самые светлые участки вашей работы как самые высокие, а самые темные как самые низкие. При помощи этого способа работают огромное количество концепт-художников, такие как Джама Джарабаев, Макс Костенко и другие. Этот способ позволяет вам сделать практически целый город с нуля, более того, с контролируемым освещением и с кучей других фишек. Подробный пошаговый туториал, как сделать такую 3D-композицию, я, естественно, оставлю в описании. Есть стремление создавать игровые шедевры, но не хватает знаний и практики? Ребята из Skill Factory запустили настоящий челлендж для тех, кто хочет не только играть в игры, но и разрабатывать их. Онлайн-курс «Гейм-дизайнер» — отличный шанс развиваться в области геймдева и получить крутую и востребованную профессию дизайнера игр. На этом курсе вы научитесь анализировать тенденции игровой индустрии и разбираться в тонкостях монетизации в разных моделях игр, разрабатывать игровую механику, создавать дизайн, документацию, прототипы, рассчитывать игровой баланс и экономику, работать со сценарием и нарративным дизайном. Изучите игровые движки и разработайте интерфейс. Также бонусом вы получите реальную помощь в подготовке к собеседованию и составлению портфолио. Получите скидку 10% по промокоду, сообщите код CG Speak менеджеру при оформлении заявки. Ссылочка на курс в описании.
Теперь чит номер 3. Конечно же, один из самых крутых. Очень много вопросов у начинающих художников посвящается композиции. О том, что делать, если композиция не удалась с первого наброска. О том, как сделать композицию более удачной. А что, если я скажу вам, что композицию на самом деле можно контролировать на любом процессе создания работы? Все, что вам нужно сделать, это просто сделать 3D-слои в Photoshop и разместить каждый план отдельно. Дело в том, что именно этот метод использует большинство мастеров иллюстрации для того, чтобы подобрать более удачный ракурс для героя и окружения. Эта функция появилась в Photoshop еще в 2016 году и зачастую являлась предметом секретной техники и продажи на гамроудах. Как и в случае с предыдущим способом, подробный пошаговый тьюториал я оставлю в описании. А теперь к делу. Что же эта функция нам позволяет? Дело в том, что мы можем разместить любой из слоев нашей работы на отдельном 3D-слое, и он как бы будет объемным в пространстве, после чего мы можем двигать камеру, подбирая более удачный ракурс и более удачную композицию. Таким образом, у вас получается не статичное изображение, а возможность вращать камерой. И таким образом вы можете подобрать более удачную композицию, особенно если в ней несколько объектов. И в завершение ролика Алиса скажет несколько слов. На прошлых видео мы побили все рекорды. Давайте попробуем еще раз. Собираем на этом видео 5000 лайков и делаем следующее. Для вас всего лишь один клик мышкой. А мы увидим, что вам эта рубрика не безразлична. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку колокольчика. А с вами были Алексей и Алиса. Всем удачи и берегите себя.